То есть некое первое взаимодействие школьников с таким, скажем так, большим государством. И как отреагирует каждый из вас, если ребенка будут раздевать? Мы нашли случаи с раздеванием в школах и мировой судебной практике. Их нет практически ЕСПЧ и комитетов ООН. Для многих семей ЕГЭ это единственный социальный лифт, да, потому что это возможность поступить в вуз. Единый государственный экзамен в России снова критикуют. Но в этом году больше говорят не о качестве образования или недостатках тестовой системы. Организаторам ЕГЭ досталось за правила безопасности. Школьников перед экзаменами заставляют буквально раздеваться для досмотра. Охранники ищут шпаргалки даже в нижнем белье старшеклассниц. Скандал в Воронеже, где девочкам пришлось прямо на улице снимать лифчики, оказался самым громким, но не единственным, рассказывает Роман Перл. Меры безопасности строже, чем в аэропортах. Школьники выкладывают из карманов личные вещи, а затем проходят через рамку металлоискателя. И вот камера видеонаблюдения фиксирует, как охранники толкают подростков, а потом вынуждают девочку поднять свитер и показать нижнее белье. Это съемки досмотра перед экзаменом по русскому языку в 62-й школе в Воронеже. Девушку, которая задирает свитер, все равно не пропускают. После экзамена ученицы рассказали, что их заставили раздеться прямо на улице, а потом пройти досмотр уже без нижнего белья. Сдавать экзамен также пришлось без бюстгальтеров. Поначалу директор школы отрицала случившееся, а чиновники областного министерства поспешили заявить, что не видят нарушений. Конфликтных ситуаций в рамках входа не зафиксировано. Признаков тревожности нервного возбуждения у выпускников не наблюдалось. Это официальное заявление воронежского Минобразования. А в подтверждении слов чиновники выложили видеозапись. Правда, сами посмотрели ее не очень внимательно. И ролик, где школьница задирает свитер перед охранником, впервые выложили на сайте правительства области. Скандал вышел на федеральный уровень. Следственный комитет начал проверку, а глава Совета по правам человека Фадеев призвал подумать о технологиях досмотра. Школьные следители обсудили и в Государственной Думе. Задумайтесь. Вот мы все тоже родители. И как отреагирует каждый из вас, если ребенка будут раздевать? Кто это придумает? Это правонарушение, а возможно и преступление. Так отреагировала глава комитета по посвящению Ольга Казакова. Другие депутаты в очередной раз призвали отменить ЕГЭ. Сколько у нас девочек рождать не будет уже никогда? Потому что стресс. Все. Воронежский скандал оказался не единственным. Перед экзаменом по русскому школьниц заставляли раздеваться и в Чувашии. Родители подростков уже написали заявление в прокуратуру. Но пока ни депутаты Госдумы, ни Следственный комитет, ни прокуроры никого, похоже, не напугали. Уже на этой неделе подростков унижали в Московской области. Екатерина Мизулина опубликовала жалобу девочки, которая рассказала, как охранники тыкали ее одноклассников металлоискателями в паховую область. Задирали школьницам юбки, а нескольких учащихся отвели в туалет, где заставили раздеваться. И все это перед единым государственным экзаменом по обществознанию, тем самым предметом, на котором дети знакомятся с конституцией страны, ее законами и правами граждан. Публичное раздевание может нарушать право на уважение частной семейной жизни, унижать достоинство человека. Его даже можно рассматривать как сексуализированное домогательство, отмечает команда против пыток. Здесь напоминают, что досмотр с раздеванием обычно практикуют в отделах полиции, местах лишения свободы и в армии. И это законно, но даже там они должны проводиться надлежащим образом и быть обоснованными. 28 мая, в день сдачи ЕГЭ, охранники в одной из воронежских школ попросили нескольких девочек снять бюстгальтеры из-за звона металлодетектора. Мы нашли случаи с раздеванием в школах и мировой судебной практике. Их нет в практике ЕСПЧ и комитетов ООН. Досмотр с раздеванием обычно встречается в отделах полиции, СИЗО, колониях и армии, но даже там они должны проводиться надлежащим образом и быть обоснованными. Вот несколько примеров. В колониях и СИЗО досмотры могут проводить, например, для предотвращения преступлений или беспорядков в тюрьме. Заключенных могут заставить раздеться и приседать. В практике ЕСПЧ есть случаи, когда унижающим достоинство посчитали досмотр литовского заключенного, которого заставили раздеться при женщине-офицере. В деле из Нидерландов сотрудники тюрьмы получили информацию о том, что один из заключенных может сбежать. Они поместили его в изолятор строгого режима и на протяжении 3,5 лет каждую неделю проводили досмотр с раздеванием. В случае с раздеванием в армии, например, можно привести кейс из России. 19-летнего Михаила Лялякина заставили стоять перед сослуживцами в трусах после попытки побега из воинской части. ЕСПЧ посчитал такое обращение унижающим достоинство, поскольку российские власти не смогли объяснить, зачем вообще нужно было раздевать солдат. Угрозы раздеть женщину могут расцениваться как сексуализированное домогательство и дискриминация. Журналистка Инга Абрамова из Беларуси столкнулась с неуважительным отношением сотрудников изолятора временного содержания во время ареста. Ее досматривали сотрудники мужского пола, и среди них не было женщин. Сотрудники трогали ее ягодицы, издевались над ней и угрожали раздеть догола. Но что Воронеж? Как водится, никто из местных органов нарушений не признает. Материалы проверки в Следственном комитете, а некоторых взрослых отстранили от работы на экзамене. Ребенку, уверен, было крайне унизительно оголяться перед какими-то незнакомцами, да даже перед одноклассниками. Это был фрагмент видеокомментария, размещенного на сайте команды против пыток. Вы смотрите программу «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова, а на связи с нами учитель Александр Кондрашов. Александр, здравствуйте. Я попрошу вас прокомментировать вот эту ситуацию в Воронеже, которую уже обсудили, наверное, со всех сторон, во всех соцсетях, и не только, и в Думе даже об этом говорили, и в Следственном комитете, и в прокуратуре, где, собственно, проводили обыски учеников перед тем, как сдавать экзамен. Как вы оцениваете такое поведение учителей, проверяющих во время ЕГЭ? Насколько это оправдано? Ну, во-первых, я хочу сказать, что, конечно, это только учителя себя так ведут, как их толкать могут ошибать сотрудники ЧОПов, которые вообще, и, скорее всего, речь идет именно об этом, да, которые не имеют вообще отношения к педагогической работе. И в целом, мне кажется, что есть как бы два слоя экзамена, да, это как бы экзамен, проверка знаний, да, кто с какими результатами закончил школу, там поступит в университет. Вот, но мы видим, ну, это вообще-то очень давно существует в той или иной мере, да, что это еще и некое такое вот первое взаимодействие школьников с таким, скажем так, большим государством, ну или одно из первых. Да, потому что все-таки, конечно, школа тоже формальная государственная структура, но она обычно как-то очень на местном уровне существует. Вот, и там какие-то есть свои внутренние правила, которые могут отличаться там, от всяких строгих законов и так далее. Вот. А ЕГЭ это показательно организовано вот по там, правилам, которые присылаются из Москвы. С кучей это очень дорогое мероприятие. Да, при этом, хоть оно и дорогое, в нем используется, ну, практически принудительный труд, да, потому что там мои коллеги часто работают в некоторых регионах вообще за сущие копейки, и они не могут часто от этого отработы на ЕГЭ отказаться. То есть это некая такая вот вся ситуация некого такого участия, вот, скажем так, такого очень централизованного государства, да, проверяется, он тоже централизован, везде камеры, металлоискатели, вот эти обыски, контроли, все всего очень боятся, учителя очень боятся ЕГЭ, потому что и как напишут их ученики, и больше всего они боятся, если они что-то не так сделают, если они работают организаторами в аудитории. Очень страшно, посадят в тюрьму, уволят с работы и так далее. Если хоть что-то не так делаешь, всех очень вот так вот готовят. То есть это, вот это стресс не только для тех, кто сдает экзамен, но и для тех, кто принимает и контролирует эту процедуру. Конечно, конечно. Но главное, что это, понимаете, это стресс, это вот, ну, в целом такая ситуация, да, есть такое понятие перформативности, да, то есть вот эта ситуация, она несет сама по себе определенный смысл, да, не то, что мы сдаем экзамен, а как мы его сдаем, что мы при этом делаем, а как мы его проверяем. И вот это вот, ну, и основные компоненты — это страх, страх ошибки со всей стороны всех участников процесса, от, там, не знаю, губернатора региона, да, который тоже боится, что в его регионе будет сдан на ЕГЭ, потому что это то, что контролируется федеральными властями, один из отчетностей, вплоть до там школьника, уборщицы, учителя, организаторы в аудитории, охранники для всех, это вот какая-то очень страшная вещь, да, то есть. Ну, кажется, заканчиваю школу, по крайней мере, всегда это ответственный момент, но почему он должен быть именно таким, почему это должен быть такой вот построен на страхе, на каком-то... У вас есть ответ на этот вопрос?
Ну, да. Почему? Мне кажется, что это, ну, часть такой государственной политики, да, принесенная в школу, да. Вот мы сейчас видим, как государство пытается в другие сферы школьной жизни как бы все больше вот очень централизованно делать. Например, разговоры о важном, да, которые где-то там разрабатываются даже не педагогами, да, говорят политтехнологами, вот, и рассылаются по всем школам. Вот, то есть это вот новая вещь, а ЕГЭ появилась давно, как первый такой шаг по вот такому непосредственному контролю, условно говоря, из Кремля, ну, понятно, что там Рособорнадзор, это у них в Кремле находится, да, на Сухаревской, но в Москве, да, но тем не менее, да, вот оттуда вот напрямую следить за каждой школой, каждым выпускником, каждым, ну, не каждым учителем, но каждым учителем, который работает за ними всеми, вот, очень внимательно следят в эти дни. Вот, то есть мне кажется, что это вот такой первый шаг по вот такой вот гиперцентрализации, да, которую мы видим в очень разных сферах нашей жизни. Вот, ну вот в школу оно пришло, начиная с ЕГЭ, а теперь оно разрастается в разные стороны. Ну, смотрите, некоторое время назад психологи в России, ну, прямо начали бить в колокола и говорить о том, что появился синдром ЕГЭ у подростков. И они при этом отмечают, что год от года число тревожных расстройств на фоне сдачи экзаменов в школе вот этого ЕГЭ растет. И за медицинской помощью часто обращаются после ЕГЭ целыми семьями. То есть и дети, и родители, и все. По мнению декана факультета психологии Новосибирского государственного педуниверситета Ольги Андрониковой, сегодня единый госэкзамен из формального теста по проверке знаний превратился в событие, от которого буквально зависит жизнь человека. Как вы оцениваете, согласны ли вы с мнением психологов? И с вашей точки зрения, может ли школа повлиять, школа, учителя сами, образование повлиять на то, чтобы как-то это изменить эту ситуацию, чтобы не доводить детей до суицида? Каждый год такое, о таком мы слышим и читаем. Уже тоже. Здесь очень важно, как бы, в контексте нашего общества, так сказать, просто для многих семей ЕГЭ это единственный социальный лифт, да, потому что это возможность поступить в вуз, это бюджет, конечно. Бюджетные места каждый год сокращаются, то есть понятно, что родители из более обеспеченных семей, наверное, они не так сильно переживают из-за ЕГЭ, потому что вообще в ЕГЭ какой есть плюс, все-таки, мне кажется, важно, чтобы он остался, это то, что его можно пересдавать, по-моему, 2-3 раза в год. Вот, это, конечно, очень важно, но позволить себе это могут не все. Во-первых, если мы говорим о мальчиках, которые заканчивают школу, допустим, 18 лет, то это, ну, единственный шанс часто не попасть в армию, да, а попадание в армию сейчас для многих родителей это настолько большой страх, да, потому что уже речь идет о риске жизни своего ребенка, да, потому что мы видим столько сообщений, да, что происходит, не говоря уже о тех страхах, которые остались еще там с прошлых времен об армии. Сейчас они в 10-20 раз посильнее. И для многих семей, поэтому это единственный шанс, ну, как бы действительно стоит речь о том, куда пойдет дальше жизнь их там ребенка, в которого они вложили столько сил. Для ребенка это и давление внешнее огромное со стороны родителей, со стороны школы, причем и учителей отдельно, одноклассников, потому что идет конкуренция между ребятами. Для многих вот это одна задача, это единственный такой вот шанс. По крайней мере, они вот так осматривают. Да? Вот. Поэтому, конечно, ну, наверное, есть разные подходы, да, не во всех странах поступление в вуз такое конкурентное. Да, например, там во Франции, в Греции часто во многие вузы студенты могут просто записаться, а исключают их после первой сессии, да, кто не смог сдать экзамены, уже обучаясь в вузе. Вот. И здесь тоже есть проблема, потому что я имею в виду вокруг вот этого конкурса на поступление есть проблема, потому что вузы часто недовольны тем, какие к ним приходят абитуриенты. Они должны понимать по ЕГЭ, но они часто получают, ну, не совсем тех людей, которые заинтересованы в этой специальности. И система высшего образования у нас ЕГЭ очень сильно не любит. Вот. Хотя, конечно, вот идея того, что из любой деревни можно поступить в вуз, это очень здорово. Да, и что тебе не нужно ехать в Москву, там, как в советские годы, там, лето, все лето жить там какой-нибудь двоюродной тете, чтобы ходить на экзамен. Это прекрасно. Вот. Но я думаю, что меры социальной поддержки, да, это первое, что нужно, и второе, ну, вот ситуация с тем, что как бы достижение 18 лет и отсутствие отсрочки, это просто фатально для многих семей, ну, этого быть не должно. Это проблема решаема? Ну, опять же, да, то есть это приоритеты общества, да, просто мы видим, какие сейчас у государства приоритеты, на что идут деньги, да, когда сколько стоит одна ракета, там, используемая на территории Украины и так далее, да, на эти деньги можно там подготовить огромное количество учеников, выделить им дополнительных преподавателей, и, конечно, просто нужны намного большие расходы на образование, причем именно на непосредственное содержание образования, да, не на там исполнение гимна, да, вот мне рассказывали коллеги, да, в школу приезжают комиссии, там, 6-7 человек, они только проверяют, как исполняется гимн и как поднимается флаг, это их работа, они получают за это зарплату, наверное, не самую маленькую, не один человек приезжает проверить, а целый коллектив. Чтобы просто снять это на телефон, отправить отчет, да, в этой школе поднимается флаг, исполняется гимн. То есть на это идут, эти деньги можно пустить на то, чтобы было больше учителей, больше поддержки отстающим ребятам, дополнительную поддержку, ребятам мотивированным дополнительную образовательную поддержку. Это все требует вложения ресурсов. И политической воли, как многое сейчас в России. Спасибо большое, учитель Александр Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Александр.